час подобуть дігіні раптом. Тусуйся, пляши, як дрітін. Вони зіпсують тобі свято, Льоша і Даша, вас їх накажуть, блін. Щас модно будь дігіні раптом. Тусуйся, пляши, як дрітін. Вони зіпсують тобі свято, дурнів плюс один. Вот уже несколько лет подряд мне никак не удается познакомиться хоть с какой-нибудь более-менее нормальной девушкой. И сегодня, отчаявшись, я решил принять участие в новой, неизведанной американской технологии. Самый неприятный телевизионный проект «Дурнев плюс один» сегодня разбирается в скоростных свиданиях. Щас модно будь генератом, тусуйся, пляши, як кретін. Вони зіпсують тобі свято, дурнів плюс один. За праздник вообще 14 февраля? День влюбленный. Как вы обычно празднуете его? Ну, в основном с девушкой. Но этот год что-то неудачный был. Бросила. Да. Можете ей что-то сказать? Таня, я тебя люблю очень сильно. Возвращайся ко мне, с днем тебе Святого Валентина. Этот праздник мы должны быть вместе. Да. Этот праздник мы вместе должны праздновать, а не по отдельности. И что вы с мужиками третесь на День всех влюбленных? Ну, да, это наша команда. Кому привет вы хотели передать? Ванер. Давайте девочке какой-то лучше. Ирине Калюжной. Много надо учиться, чтобы так пройти? Нет? Бурсе 25-й привет. А вас? Маша. А вам, девочки, сколько лет? 14. 14. Ну, в 14 лет еще ж нельзя с парнем встречаться, правда? Можно. Бросили. А ее только что бросили. Что у вас? Только что? Да. А что бросили? Изменил мне. И что самое лучшее было в ваших отношениях? То, что мы... Секс нельзя говорить. Ну, этого не было, к сожалению или слава богу. У тебя был парень хоть раз в жизни? Конечно. А где? Тот же был. В смысле? Ее парень мой бывший. Что это у вас за петух там? Приятный. Мой бывший, ее бывший. Что для вас в первую очередь 14 февраля? Да, хорошо погулять, побухать, пацана найти. Что нужно сделать, если сегодня тебе никто не подарил валентинку? Эй. Люди, не парьтесь, у вас все будет хорошо. Не унывайте. И найдется такой человек, который вас еще осчастливит. Опа. Оно запечатано. Спасибо, с праздником. Вас тоже. Черная лошадка, как я ранее говорил, это Леша. Я очень прошу быть искренним перед Лешей. Меня зовут Аня. Вы сколько тебе лет? 16. 16? Да. Девственница еще? Что? Девственница? Я не буду такие вопросы отвечать. В смысле, как мы должны познакомиться? Сколько мужиков у тебя было? Нет. Я хорошая девочка, занимаюсь спортом. Что за спорт? Конный спорт. Ну, на лошадках там. Есть конь свой? Нет. Как зовут коня, на котором ты любишь больше всего ездить? Конфликт. Конфликт? Знаешь, где тут туалет? 5 секунд. Нет, не могу тебе ничем помочь. Если так с*** хочется, блядь. Можете, пожалуйста, я так поставить понимаю, тебе здесь не очень приятно находиться, мне да? Мне очень приятно. Дарья Васильевна, я решила постебаться над ребятами, почему нет? Вы знаете, какой классный способ постебаться над ребятами? Вымазать их месячные. Я учту. Давай договоримся, ты мне ставишь пятерку, я тебе ставлю пятерку. У нас будет в следующий раз. Какое у тебя самое лучшее свидание? Это. Впечатление вот общения. Хотя бы в другое, но лучше у тебя, у нее есть корона. Хорошо. Вы только что за каким столиком сидели? Пятый, значит, на шестой присаживайтесь. Вот шестой. Ну так подходите, конкурентка. Нет, я разобью вашу любовь пока что. Да. Давайте по. 21 студентка, учусь, юрист, люблю музыку, картошку и стрелять из лука. Знаешь, что такое глубокий минет? Да, конечно. Серьезно? Конечно. Я же по
всегда легко ты можешь спрятать эту ручку в рот. Давай без практики? Без практики, просто скажи мне, поверь. Ручка в лечь. Какой у тебя номер? Человек получает пятерку, заслуженно абсолютно. Предпочитают брить руки. Почему ты не такая? Нету времени на это, я даже не задумывалась над этим никогда. Я сам не понимаю, они один раз побреют, оно потом так мерзко кролится и вообще. Ну да, достаточно ног и остальных частей тела, чтобы... А подмышки? Ты цыганка? Если честно, сейчас дам тебе вопрос. Ладно, ты украинка? Да. Я видела программу, где ты подходишь к идиотам и их унижаешь. Мне это не нравится. Я тоже видел эти программы. Я просто сюда на коне приехал. Думаю, ну если вдруг ты цыганка, думаю, украдешь моего коня. Да, конечно. Как тебя зовут? Меня зовут Яна. Привет, Ян. Меня зовут Леша. Очень приятно познакомиться. Извини, что у нас так скомканно началось. Ну ладно. Где ты учишься, работаешь? Я учусь в механико-математическом лицее на 4-м курсе по специальности токарь-инженер. Скажи, у тебя есть парень? Нет. Почему? Не знаю. Может, потому что я сильно придирчивая. Если маленький писюн, это достойный повод придираться. Вообще-то, я ни с кем не ***лась. Молодец! Знаете, человек, который ни с кем не ***ается. Не, ну это вообще нормально. Это что, секрет? Да. Ты только что это на камеру сказала. Отлично, мне еще покажем тебе. Зачем ты сюда пришла? Поскудила. Пробовала бухать? Где? Здесь? Вообще пробовала бухать по жизни? Да. Бухать весело? Да. А тут нет. Что тебе больше всего нравится в мужчинах? Чувство юмора? У нас ничего не было.